Вау! Наконец-то мы спустились. Значит, эксперимент удался. Первая ночь на 3400, на другой день переход через перевал 4610 без предварительной акклиматизации. Хорошо, что мы успели прийти и поставить палатку, пока не начался этот град. Топим снег, воды здесь нет. Вот там у нас снежок лежит, мешочка. И вот мы его здесь топим. Вы думаете, трекинг в Непале – это комфортные лоджии, пиво и соки после тяжелого дня? Я тоже был такого мнения, но не зря же я взял палатку. Вот она, туликарка. Сейчас предстоит очень крутенький спуск. Но там никого нет, придется нам снова ставить палатку. Но давайте обо всем по порядку. Не пересказывая содержание предыдущих серий, скажу, что по поступавшей на сеансах телефонной связи информации, все лоджии и чайные домики до и после перевала закрыты, так как закрыт сам перевал и туристов нет. Немногочисленные любители мера пика вне сезона идут в обход по нижнему треку. Это 7 дней пути вместо 3. Итак, в 7:50 второго дня мы выходим наверх. Вон туда, на перевал. Вообще о непальских картах стоит сказать отдельно. Они только задают направление, никакой точности в них нет. Поэтому хорошо, что у меня есть Уанчу. Проспали мы сегодня 11 часов. Утром в палатке было плюс 3, достаточно комфортно. Вот сейчас ползем на перевал. Погода. Фу-фу-фу. Нас чуть-чуть балует. Вот он, наш перевальчик. Тропа после Чутанги идет круто вверх. За полчаса мы набрали метров 200 уже по высоте. Попадаются куски льда, которые нужно обходить осторожно, чтобы не поскользнуться. Мы пока без кошек. Тропа такая местами ледяная, так что нужно быть осторожным, чтобы раньше времени не свалиться. You are going to put tampons, change both boots. Простая тропа, но когда на ней снег превратился в фирн, без кошек становится небезопасно. Правда, у портера вместо кошек шипы на ботинки, и для фирна этого достаточно. Скоро к нам придет солнышко. Стоит сказать, что сезон для трекинга в Непале – апрель, начало мая и с октября по ноябрь. В это время погода более устойчива. Над горами нет дымки и видно красоты за много километров. Но сегодня 20 марта, и мы имеем то, что имеем. Перед крутым перевальным взлетом, примерно на высоте 4100, расположен комплекс лоджий и чайных домиков, в которых счастливые туристы могут подкрепиться перед прохождением перевала. Но это не про нас.
Ну что, доползли. This is the lunch. Watch. Yeah. Да, тяжеловато без акклиматизации ползти в гору. Набрали где-то 600 метров. Стоило мне отвернуться, она напала на мой рюкзак и давай его клевать. Так, сейчас посмотрим. Ладно, будем осторожней с этими тварями. Вот он, Ланч Лодж. Называется Мэр Лодж вроде. Мы идем выше. Затягивает наш перевальчик. Тропа часто теряется. Приходится ее постоянно искать. Поэтому Ланчу идет первым. Он тут акклиматизированный. Перевал, к которому мы приближались, непростой и имеет многоступенчатую структуру, я бы сказал. Сначала нужно вылезти примерно на высоту 4550, потом несколько раз спуститься и подняться. И только спустя час вас ждет перевал, обозначенный на карте как Затрва-Ла. А пока мы проходим по кулуарам, где, по словам Ланчу, вешают веревки. Но сегодня снег плотный и неглубокий, поэтому мы не теряем времени. Вот так я через каждые 50 шагов отдышиваюсь, восстанавливаю пульс. Вот что значит недостаток акклиматизации. А высота всего 4500. Видите, тут снежный барс шел. Я иногда сбивался на его следы. It's a top? Yeah, it's a top. It's good. А то я уже задолбался ползти. Вылажу на перевал. Вопреки стандартным представлениям о перевалах в Непале, ни одного флажка Лунгта не вижу. Пандемия, черт возьми. Where is the Tonkla? Yes, it's the only top. 2 years. Don't change this flag, yeah? Yeah. Когда-то тут через перевал были натянуты флажки, но их давно не обновляли, и они превратились в тряпочки. Вот что делает пандемия с красивыми непальскими флажками. Да, тяжко без акклиматизации. На вторые сутки по прилету залазить на 4500. Ну ничего, тренировочка. It's a good job, yeah? Yeah, good job. Вот здесь пас. Затрава-Ла? Чатра. А на карте написано Затрава-Ла. Короче, забрались мы на этот перевал за 6,5 часов. Набрали 1100 получается высоты. Я думал, что он 4600. А вон это 4500. Вот, и Ланчу сказал,
что когда такое состояние снега, то гиды тут вешают веревки. Тут реально где-то часа два мы шли на склонах, на таких стремноватых. Еще учитывая, что у него кошки-то одна насмешка, шипы обычные на ботинке. Тропы не видно. Ну, молоток он. Но не тут-то было. Еще один перевальчик нарисовался. Вот он. Спустились донизу. Сейчас поднимаемся. Блин, еще один перевальчик. Надоело уже скакать. Перевальчиком. Когда вниз? Когда вниз? Наверное, вот сейчас уже вниз. Но таких ложных перевалов будет еще много. Ну точно, блядь, тут еще нас ждет один перевал. Сейчас мы даже выше находимся, чем тот первый. Чатрала, как его назвал. Ванчу. И вот, наконец, основной перевал Затрвала. 4610. Так он называется на моей карте. В общем, так себе перевальчик. Наверное, в ясную погоду и вне пандемии, когда натянуты флажки, здесь красиво. Но это не про наш случай. Зато теперь, после небольшого отдыха, все вниз. Ванчу пообещал, что сейчас будет только вниз. Надеюсь, он не обманул. Внизу уже видно это селение Туликарка. Но предстоит очень крутой спуск. Да, вот так вот. Мы тут гуляем одни-одинешеньки. И ты из Туликарка? Да. Ну вот такой серый, но насыщенный подъемами и спусками получился день. Людей в поселке не было, впрочем, как и воды. Поэтому мы быстро поставили палатку, набрали снега за сараем почище и по-братски разделили единственный доширак – Суанчу. Сегодня однажды меня посетила шальная мысль. Нахрена я все это замутил? Но она быстро прошла. Ведь у нас есть палатка. Град барабанит снаружи. После ужина снова гармония в душе. Как же мало нужно человеку. Так начался третий день моего путешествия. Мы вышли в 6.28. Высота тут 4200. Сейчас спускаемся в коты. Горняшки вроде не чувствуются. Но на такой высоте само собой. Но фраза «спускаемся в коты» была слишком самоуверенным заявлением. Вместо спуска нам предстояло сначала несколько подъемов. Надо было хорошо изучать карту, но я этим не озаботился, пронадеявшись на своего проводника. Тут так-то крутенько встречается.
как много значит голубое небо в раскраске пейзажа и в настроении трекера. Голубое небо – это значит, что скоро взойдет солнце и согреет твои пальцы, замерзшие в тонких перчатках. Голубое небо – это значит, что фоточки получатся сочными, и мы не зря будем лазить по этим бесконечным перевалам. Надеюсь, этот перевал был последним. Сейчас только вниз на сегодняшний день. Конечно, участок по хребтам мы миновали. Но крутой спуск по тропе, снег на которой начинал таять, особо не давал расслабляться. Мы все еще шли в высотных ботинках. Тут вот так вот нас ожидает. Да, склон тут очень неприятный. Снег налипает на подошвы, камни кругом скользкие. Приходится каждый шаг делать с осторожностью. Вон туда мы скоро придем. Дошли до какой-то избушки. На спуске остановились отдохнуть и просушить намокшую палатку в Alpine View Lodge and Restaurant, который, конечно, тоже был на замке. Строения вполне приличные, готовые к приему туристов. В одном из них даже была открыта дверь. Вороны разгуливали по крыше, высматривая, что же можно у нас утащить. Вышли на хорошую дорожку. Сколько она продлится? Почему-то Ванчу сказал, что бутсы не надо менять. Еще будет скользкий подъем вверх. Портер у меня попался торопливый. Сейчас меняли ботинки. Так он, не дождавшись, пока я оденусь, сорвался и убежал. Сейчас тут тропу хорошо видно. Не в пример. Сегодня мы утром пробирались по снегу, по камням. Это, оказывается, ворота в национальный парк Макалубарун, куда мы сегодня и входим. Уанчу убегал далеко вперед, но я особо не парился. В моем телефоне были скачаны карты Maps.me по Непалу. А этот навигатор работает по GPS и в отсутствии интернета. Причем там все известные тропы и высоты гораздо точнее, чем на непальских картах. Вот она, Кота, показалась. Наконец-то. Maps.me знает лучше хронометраж, чем Ванчу Шерпа. Заросшие травой парадные ворота.
Но дичь, кажется, заканчивается, и мы входим в первый живой поселок Коте. Высота 3700. Сейчас посмотрим, что тут есть. Даже тут hot showers есть. Все закрыто. Вот в чем кайф непальских треков. Ты приходишь из пункта А в пункт Б, и вместо того, чтобы ставить палатку и топить снег, садишься за столик с офигенным видом. Заказываешь холодный сок и супчик. Потом тебя проводят в уютный номер, небольшой, но раза в три больше палатки, и ты наслаждаешься теплом, одиночеством и видом из окна. Are you open? It's nice place. Thank you. Yeah. Хорошо, когда тут на дне, все можно разложить, сушиться, никого нет. С одной стороны, Коте стал для нас первым днем отдыха после снежных пейзажей и ночевок в палатке. С другой, благодаря пасмурной погоде и отсутствию туристов, оставил какое-то серое, безжизненное впечатление. Сегодня мы прошли 13,5 километров за 6,5 часов. Для тех из вас, кто никогда не был в Непале, расскажу о лоджах и питании на маршруте. Обычно номер отдают бесплатно или за символическую плату. Хозяевам нужно привлечь туристов, чтобы они питались в лодже. На этом, собственно, непальцы и зарабатывают. Чем выше, тем меню дороже. Например, здесь в Коте на 3700 растворимый кофе стоит 120 рупий. В Горакшепе на 5100 200 рупий. Далбат 700 и 1100 соответственно. Заказ обычно делается следующим образом. Короче, вот так вот тут сам записываешь, заказываешь, и тебе готовят. It's nice. Готовят по-разному. Конечно, зависит от повара, человеческий фактор. Но чем выше, тем меньше свежих продуктов, овощей и зелени среди ингредиентов. Но не переживайте, вам, проголодавшимся после трудного перехода, будет все вкусно. Вечером, когда садится солнце и становится жутко холодно, лоджии ведь не отапливаются, все собираются в дайнинг-руме у печки. Здесь, в Коте, все это были трое. Я, Уанчу и хозяин лоджи. И говорили мы об амфулапче. Но подробно об этом я расскажу как-нибудь в другой серии.